Если, ну, черт, на пятницу будет скидки, там я несколько куплю. Может, двадцатку там, я не знаю. Не залагал конкретно прямо. Это как Донт говорит, да зачем мне донать, ты что делаешь? На охотников смотрю, пуха смотрю, там запястье, блядь. Прига смотрю, вы ее замулять, и шо ее? Там сквер. Ну если что с этим, с Изалтом закрыли. Идеальный, кстати, привет передал Легион, не знаю, знаешь такого, не знаешь. Конечно. Ну там они сейчас какой-то в нью-ордерах какой-то гильдии. Блин, 4 человека потерялось. Так, ну что там, тут гриппаем, где сапаем, чем тут делаем, так. Шикарно. Странная хуйня была, дисканула. Дисканула, да. 4 мага. Что-то ну, половина отлетела, половина нет. Давайте дождемся. Пин поднялся сейчас на эту чуть. У меня нормально. Там ноги нет. На полтос поднялся. Короче, я шипаю луну. Зоркий квадрат. Череп бьем. Пироманта. Ромбик Суза. Все, все тут? Не-не, бежим еще. Мило, ты тебя не означал контроль. Да, ты тут? Бегу. Тумана-то нету. Прилетел уже с Заварана. Я тоже с Заварана прилетел, че. О, с Дон, ты еще вот тебя не сорвешь. Так ебаните скал. Че вы? Да, призвоните по фазе, давайте зазвоним. Ну давай. Ефрейтор Гудлиг, блин. Рибафнуть? Ефрейтор Гудлиг, блин. А один шкаф не начали бежать. Бежит хил, говорит, бесконечный. Что за урод мне присутствовал? Что за читало? А, так не патло. У тебя портянки бесконечные. Где там, блядь, где шкафы, алло? Локи. Кару, давай шкаф. Ну, еще носки сегодня ночью стирать. В Росум и рода сумните кто-нибудь еще. У нас есть и фрейтер, пусть кафе ставят. Душа, душа. Будет, ты тут, блядь, ДПС не даешь уже, смирись, блядь. В этом рейде не даешь. Мне кажется, сейчас первый будет на резик. Все, готовы? Не, мана. Ох, был бы я тут на совушке. Так, какую метку я луну вроде бы, да, шукаю? Все запомнили. Крестик, маком бахните, пожалуйста. Помогом крестик. Все, шипать? Демка. Нет, демка. Все, давайте шипим. Где моя демка? Авара, сумма. Шип. Зоркин, как же? Я тебе дал. Тоже. Я дал станчи. В ромбик играем. Квадратик. Наконец-то я в этом рейде увидел фаермады. Не опутал еще. Это Вара, Ирод, суманите. Вторая. Кстати, Гудлик, возможно, будет. Я Ирода суманил уже, кстати, чего там не понимаю. Ой. Он пишет, он сумон. Сейчас бой спадет суманем. Подожди, потерпи, пожалуйста. Ну сейчас, кстати, локофапну немножко за счет своих Т4, так что Гудлик сейчас может дать ДПС. Она не апает локу, она только тебя апает. Нет, она апается. Только тебя почитай. Смотри. Получаемый урон от магии огня повышен на 6%, дебаф висит на боссе. Он только тебе апает, по-моему. Нет, он всем апает. Да нет, только тебе, скорее всего. Ну блин, там не написано же, что он именно мне висит. Да дебаф. Маньяки надо тестить. Бейте Гудлика, убивайте. Какой шанс, бля. На жезлом поебало, на жезлом. Шок небесный. Рядовой Гудлик, блядь, погиб, да его. Медаль посмертно, блядь. Пал в смерти храбрых, как говорится. Пал в кражане, блядь. Все, рисуйте Гудлика и Сумона. Гудлик, мы же любя.
Тыкните на шкафчик. Саш, дай систа. А, варм Т4 снимать надо. Зачем варм Т4 снимать? Ну, чтоб они споры не завоешь. Да просто ярость не врезать, не врубайте это и все. Нет, нет, снимает, там открыто. Ладно, ставь метку. У всех каски есть, посмотрите. Кашки, дайте баф. Кулачок мне. А крестик дайте, можно. Приста баф, лапка, а не лапка есть. Там же написано, находясь под действием эффекта жажда смерти, вы в раз, ну, 2-50 секунд совершаете сокрушительную атаку. Просто не жмак, как и все. Дайте крестик магам, пожалуйста. Просто Т9 с собой носить, и все. Да, блядь, тут милики вообще нахуй не нужны. Можно вообще вас покикать нахуй. И нихуя не изменится. Ты че на пол? Кто будет топ ДПС? А, еды, 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 дайте еды. Я поставлю сейчас рыбу. Сзади стоит. Я поставил. Ну хорошо, богатый чем. Кто будет топ-1 по ДПСу и не сорвет агро, и будет смотреть вомен, и никто ему не будет говорить, тому 1к голды. Будет стопой. Все, Будик уже не давит. Я не сорву, у меня эльфийская есть. Гудлик пусть дает ему голды. Гудлик, давай не выебайся, ручи на пол. Чего не хватает? Ну, бля. Ваша смерть возвести новую эру. Остаете? Нет. Да, я достаю. Двигаемся. Годлик стоит АФК. КП ему там сейчас. Бодифига. Войт, 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 вышел. Ну, вышел, вышел, вышел. Вышли. Правую сторону пили, тут аккуратней. Сарани эту лужу не лейте. Зоркий блинк. На месте стоимся. Как побежали. Двигаемся. Топать на сколько? Еще рано пока. На 5 давайте. Блищу. Уже можно. Еще рано. Да. Давайте, давайте. Скорее стопать. Все стоп, стопаем, стопаем, стопаем 10%. Стопаем.
5, 4, 3, 2, 1. Рыщ, мы выбежали. Я еще что не привезу. Отхилил босса. Так, выбежали. Сколько там титан не вижу. Скажешь, что нормально. Бесит. Да уж и можно. Выбежали. Я под истерией агро набираю. 4, 3, 2, 1. Выбежали. На ком-то метка, блядь, ёбаная. Выйдите сюда. Вы умрёте. Вышли. Вы умрёте. Вышли. 5, 4, 3, 2, 1. Милый вышел, вышли все. Милый, блинк. Вышли. Ну что, скрестим пальчики? Давай, трени. Хуйня, блядь. Дэдбич ГЦ. Дэдбич ГЦ. Так у него уже есть вроде бы. Второй нужен как раз. Да. У кого там? А, Саша, у тебя утер. Не, у... Ванкис, у тебя утер. Все там утер, распределяем. Идем все сейчас на первого босса, на первый этап. Портал здесь, куда вы были, да? Ну, потанчишь или нет? Сузо, я... Да, я могу потанчить. Давай, на, на сову зайду, отдам. Ну, почты скинуть. Я не обманываю. Ну, типа, если без, без взлетки убьем, то осколок выпадает 100%. Это Герк, да. Ну и без Гера убьется. Овер ДПС. Да в смысле, ну два, три босса. Флэш. Да, часовой пояс. А. Может быть и два босса, ну. Гудли, ты где? Он уснул, походу. Гудлик. Идем на это самого, на стокрыло сейчас. Гудлик, 7к ДПС. Три шкафа в него очередь. Так. Гудлика сум. Тык. Тут уже флеш. На маги аддон пишет. ПМ. Что? На маги аддон ПМ пишет. Настой и всякое такое. Ну, я уберу эту хуйню потом. Вообще врублю нахер этот аддон. Нужен. Все, запускаю туда. Угу. Флеш, ты тут? Я писал, что я до 11. Ну, ладно, давай, иди. Пока, флэш. Пока, флэш. Давайте, удачи. Доброй ночи. Доброй. А зачем Юра, кстати, шел на это самое? Припад, ты хотел пушку эту забрать?
Наверное. Ну, лучше вот в базе дать нам мейн нас варом. У нас других варов нету пока. У нас только два вара. Найду еще одного вара. Чего так много урона вытаете? Они срывают с меня всех подряд. Т4 мозг просто вырубил. Где? А наглая, там тебе истерию под это, как спустится. Я Бушков взял. Ты же знаешь этого человечка, да? Как там, Бушков? Кого? Вар был там. Какой фермерник? Башков или как там что-то вот? Башок? Бажок. Бажок, вот. А, ну это этот, как его... На X2 это был... Шаман. Нормально играет, а? Да я не знаю. Я просто помню, такой был. Ну, блядь, вроде бы адекватный попался, но что-то ему пропал на 3 дня. Не появляется. Видимо, не будет он тут играть. Что там, пушка? Ну, сейчас я раз... Надо нажимать. 4-й появился. Ага. Отдал истерию. Она скоро снова взлетит. А что такое? Что такое? Подружу нельзя ставить у него. Кстати. Дайте иннер по идеальному. Идеальному иннер дайте. Понимаете. Все перевели без гера. На тоненького вообще. Угу. Идеально за иконку поставил. Помолиться там. Давай пол рейда убьем дыхаем. Выпадет стопудово. Можно мне умереть? Короче, если падает осколок, то Волонир топ пуха. ГЦ? Вот, я, ну, что типа, верим Войду теперь, верим Войду, Войд пророк, ебать. Всё, идём, да, пойдём, пойдём ещё этого. Годлик, три шкафа вне очереди, нахуй. Ебать. Этот идеален, ты помнишь, да, эту хуйню теперь? 30, к этому йогу, да, идём? Иди квест бери, там решит, да. Ага, сейчас. У идеального там руки трясутся. Я просто верил, я верил. Вести бит. Там, уже пишет. Там, знаешь, у него бутылка виски там стояла, запылилась. А я успею взять покурить? Пошли. Шампанского. Да давайте уже двух боссов убьем без прикурок. А там он пока квест возьмет. Ну, пойдем пока чистить трэш. Давай, там, дези, блядь. А чё, я думал, что же... Какой трэш? Ну, на йогу идем, не? Ну, это давайте на йогу, да. Валыч, зачем? Он похилит Игниса с Валычем сразу. Будет вообще топ. Давайте за перекур 3 минуты, пока там квестик возьмет. Куда надо телепортировать? Вестибюль. Вестибюль, да. Где собрание, Билли? Я понял. Блядь, я прям вообще верил, блядь. Ну ты сука. Билли надеялся, ждал. Угу. Вообще там жестко было. Сука, чтоб мне так осколки падали, блядь, с обычных боссов. Вот
Вот это последние 2 КД больше 2 падало, по-моему. Остальное все время падало. Да, у нас какая-то КДшка была, когда вообще ничего не падало. Там подряд 2 или 3 КД таких. Какой-то один было, один только осколок. Да, это до того момента, это они еще с алгалом навели 100% дроп. Чё это такое? Лучше падает. Какой у тебя сейчас квест, как называется? Кто? Квест какой у тебя сейчас? Квест? Древняя история называется. Ну, не нихуя квеста, не такого. Провожу анализ фрагмента. Так. Объект идентифицирован. Воланир. Мола древних королей. Ебать. Во время сала нужно босса в Анубаза, ой, в этого Йога закинуть. Угу. И выжить. Мне на него ну, да. Смотреть нужно или не обязательно? Ты квест взял следующий? Взял. А, ну все. Ну там пиздоболие, типа, сейчас история рассказывается. Слышишь, Зорки? На магии воспоминания как правильно работает? Оно стакается или оно... В теории должно стакаться, на сервисе не стакается. Оно стакается, у меня вот тик пошел 10. Но он увеличивается, типа от крита у тебя будет увеличиваться тик воспоминания. Ну, у меня 10 тысяч сейчас был тик один. Тут говорится... Тогда это хросты надо много убирать. Нет, ну, а в принципе, если... раз в 2 секунды, и тебе надо, чтобы прилетел каст фаербола, блядь, быстрее, чем за 2 секунды. Ну, это мне, у меня это прилетает. Если я проявлю не критический удар, не обычный удар, то все, у меня уже тик заканчивается. Тут говорится о том, чтобы расплавить эти куски саранита, нужна кислота мощная. А эта кислота только у Йоксарона в желудке есть. Бля, 70% крита тут, а ёпт у нас. Да что, еще раз надо будет идти? Не, почему? Нет, вот сейчас убиваем, да, и хорошо. А что там про кислоту, блин, говорит? Ну это там это рассказывает, типа хранитель кто панели. Квест на Йога. Он сейчас кусок кинет, он расплавится, придет, сдаст в панель и получит волонер. Ну нужно выжить, типа когда кинешь во время коста, и нужно не умереть. Ну там можно бернуть, если что еще раз кинет. Ну да, СС дать. Суманите, пожалуйста. Гудлик, шкаф не очереди, ну. Кстати, шкафчик. Давайте, ребята, быстрее, пожалуйста, нахуй. Спать уже пора. Алло. Локи, алло. Спасибо. Диванил, суманим. Так, кто в портал прыгает? Так, идеальный портал, когда хилишь. Он соло прохилит и всех мечников туда. Хорошо, сколько у нас мечников получается? Так, вбро, раз. На ты же, 10 человек надо. Так, значит, вбро, лос, наглая рожа, это 3. Секси, трой, 4, дедбоди, 5, валк, 6, дуат, 7, ирод, 8, идеально, 9. Давай еще в дефюре 10 будешь. Все. Дед Боди еще сумбри. Тут Боди, все готово. Давайте чем. Так, все, я иду. Стой. Гудлик. СС раскиньте на всякий случай. Гудлик. Дом готов. Все, поехали. Дайте пристабав, помогу. Пристабав помогу, дайте. Просто стойте на месте и дамажим. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Так они дали. Да, не щадите их, бейте без промаха. Кратик, в квадратик у нас заходит вовбро, лос, наглая рожа, в луну, дед бич, ваук, дуат. Не щадите их, бейте... Ирод секси в крестик, идеальный. Вот там еще и ваук в треугольник. Донт у нас зарезан там появится.
крестик и квадратик бегут налево. Луна и треугольник бегут направо. Порталов. Ну, тебе же прям три штуки сразу влияет. Выдержишь всех? Только разбегите. Только сбивайте. Последнего добиваем. Прохил, прохил. Сокрова дам. Ну, айсбаунд. Я отдал уж. Все уже. Не надо сокра. Ну, была уже сокра. Ну ладно, это не страшно. Большого сейчас сразу. А сколько мы сделаем? Плюс один, да? Угу. Да. Ой, это сейчас осколок выпадет еще. При плюс три тоже оглушение идет. Класс. Покушающие сыграли. Сбегитесь. Готовимся по порталам сейчас. Сразу разбегитесь уже. Кстати, видел на X2, тут на третьей фазе дают массакру, ой, не массакру, мастерал на темную магию, и дают за Гера, и не отворачиваются, ебавши босса. Как это работает? А, это... Блин, как там его... Сознание это теряется, здравомыслие. Вот именно, возможно, не теряется, можно попробовать так сейчас. По порталам, с другой стороны, тяжелое. Пошлите, побьем его. Неутомимо, не так быстро. Душа еще завис. Успеваете там, нет? Соник должны снять. Только начали бить. Ну за раз не успеете? Не-не-не. Точно. Да, он еще один портал. Вышли. Уходим. 3, 2, 1. У нас там, по-моему, меньше людей, чем здесь. Да, 9 человек было, один портал остался. Кто-то не зашел. Еще короче, отошли. А, ну я побегаю. Возлагающий черепочек увидели. Портал, останьте сейчас портал. Будет удушающий залезть. Удушающий сыграли. Сейчас порталы будут. Прямо. Ногой рожа. Возлагающие с другой стороны. После крестика портал есть. Удушающие сыграли. В луч бегу, сука. Вот, пока он встанет, ты можешь бить его. Он не бьет. Отушающие сыграли. Щепочек. Лучи отошли. Разлагающие. Так,
Прыгайте порталом. Вся Мелизона. Сбежались? Факт. Удушающая. Бля, с меня 24 осталось. Ну куда ты бегаешь из меня, череп? Тяжелые с другой стороны пошлите, в тяжелые все сыграли. Блять, будет ли сейчас ГП нахуй там? Переводим. Хорошо, добивайся быстрее тяжелые. Вот ты сделай ебушу. Готовься, сразу остановлюсь, босс. Да, я там скажу, как... Идеально, не забудь кинуть. Берегитесь. Не успел, есть, да? Вроде. Успел, успел. А чё, Гера будет у нас? Дайте Геру. Ну, давайте Геру. Стол, возьми третью ауру. Дашь по команде Фрин... О, этот мастер. Мастер. А, у тебя КД, я вижу, вижу, сори. У меня тоже КД. Нет, тоже есть, да, секси. Тогда с тебя мастер будет сейчас. Подайте уровень третий. Мастер. Там молоток надо кидать или он уже кинул? Кинул. Что должен был кинуть? Мимая, упала. Да, я подними эту мимая. Не утомим. Смотри, не утомим, там сало было у меня. А, убейте меня. Ой. Убейте, 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 убейте. Я чуть-чуть идеально его сейчас не заруинил. Гудлика. Ты подальше чуть стой, чтобы... Гудлика убейте. Сава, 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 не могу. Все забрал идеально. Дайте мне третью ауру. Паладина. Пожалуйста. Понятно. Пала, ауру смените. Я не знаю, на ком из паладина третью. Морюсь. Ладно, я на темную прошу. Отвернулись. Сколько там? 4% валям осталось, давайте. Снова. Все, добивайся уже. Похуй там. Что получается? ГЦ? ГЦ. Лесенки. Еще осколок. Ля, какой КД подряд один уже падает уже. Лесень идеальный, его этот портал. Да, сейчас квест надо сдать. Ну, спасибо. А кому Волонир? Идеально, там корни скрыть приду. Осколок-то кому? Само собой. Осколок сейчас этот болтает, прошок. Ну
Ну ладно, осталось чуть-чуть. Всего лишь 29, да? Ну, да меньше 29 будет. Так, давай мы покикаем всех Хоффман. Так. Че, будем Игниса убивать? Эй, пистол. Ну, конечно, тестить же надо было. Ну, давайте. Спать пойдем. Вы хотите? Нет, я спать хочу. Я минус. Я не хочу. Я тоже спать хочу. Давайте, короче, начисли сначала донт неполный. То есть вот у нас офнулся, получается, лишнее это все. Флэш офнулся, мягко офнулся. Хрипатый оставайся тогда на этом самом. Я вара кикаю твоего. Дон, ты кому ИП будешь тебе начислять? Это мукин пофиг вообще. Ну, на ДКшке ты что перекинешь. Вот, сначала, ну, не, да. Сначала не полное ИП. Вот это получается вот флешинг кикнем и мягко кикнем. Потом остальным докинешь еще раз. ГЦ. ГЦ. Еще начнем следующую неделю удара. Ну, можешь тогда хоть Катя туда собирать. Можешь сам собирать их. А можно? Что насчет ЕП? Покумекаем еще. 800. И так, кикаем эти двое. Я делаю? Что-то не увидел. Ой, какой красавчик. Накидывай. Ну-ка выйди с формы-то хоть, выйди. Всё. Ну, с дерева выйди. Ля, какая махита. Где он, в бухте? Не. Ну, тут. Льдо. Это теперь выберет дрёжник.